Велокросс «Осенний каденс» собрал более 30 спортсменов. В завершающих этот сезон в соревнованиях велосипедисты состязались в 4 номинациях. Мастерам надо проехать 6 кругов, потому что они все-таки мастера, им побольше. Любителям надо 4 круга. У нас девушки тоже делятся. Есть девушки, которые просто так любят покататься, мы им даем 2 круга. А есть, которые прям хотят с мужиками посоревноваться, мы им даем побольше, 4 круга. На велокросс съехались не только димитровградцы, но и велосипедисты из Ульяновска и Тольятти. Трассу для них подготовили сложную и интересную. Димитровградский лес принял велосипедистов со всеми почестями – крутыми подъемами, виражами, буреломом и грибами. В осеннем лесу под опавшими листьями скрывается множество неровностей и ям, так сказать, подводных камней. Поэтому все спортсмены для своей безопасности соревновались в касках. Всем рекомендую одевать, особенно новичкам, у кого мало опыта, потому что при любом падении страдают руки и голова. К счастью, на этих соревнованиях травм никто не получил. А вот большинство медалей увезли велосипедисты из Ульяновска. Евгения Креминская, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.